В следующем репортаже речь пойдет о том, как депутаты умеют работать с населением. После обращения жителей к депутату Тверской городской думы во дворе многоэтажек на Сахаровском шоссе в Твери привели в порядок хоккейную площадку. Теперь здесь можно будет не только играть в хоккей, но и заниматься футболом. О том, что было сделано, рассказывает наш корреспондент. Долгое время эта площадка была в неприглядном состоянии. Мусор, отсутствовало освещение, деревья росли прямо на корте. И вот спортивному объекту подарили вторую жизнь. Теперь детям не придется обходить стороной разрушенную площадку. Наша хоккейная площадка, она не только восстановлена, она улучшена. Улучшена, и дети наши больше не травмируются, не обдирают коленки. Они с удовольствием играют в мяч. Приходят гимнастки, здесь тренируются. Дети реально используют эту площадку. Они не сидят в телефонах, как раньше. Они действительно заняты спортом. Благоустройству спортивной площадки активно содействовал депутат Тверской городской думы по округу Роман Ростовцев. Как рассказал народный избранник, это выполнение наказов избирателей. Он привлек к участию тверских бизнесменов. Сотрудничество помогло проделать большой блок работы в интересах жителей микрорайона. Совместно с жителями привели в порядок борта хоккейного корта, все покрасили, установили ограждение, установили ворота, установили искусственное покрытие. Здесь можно сказать о таком партнерстве активных жителей, депутатов, как Тверской городской думы, так и ЗАГС собрания, и в том числе городской администрации и бизнеса. На корте уложили искусственное покрытие, которое позволит ребятам играть в футбол и баскетбол в том числе. Покрытие город получил после реконструкции столичного стадиона «Лужники». И это покрытие будет максимально безопасно, то есть оно травмобезопасно от падений, травмобезопасно от нагрузки на суставов для детишек. Ну, то есть это максимально профессиональное покрытие, которое можно уложить во дворец. Хочется отметить отдельно участие жителей, потому что немного дворов, которые приходят, помогают, взаимодействуют. И теперь детишки их довольны, и мы в том числе довольны. Кроме того, был решен вопрос об установке искусственного освещения. Приведение площадки в порядок велось с учетом того, чтобы ее можно было использовать практически всесезонно. Предстоящей зимой здесь зальют каток. Принимай! Принимай!